Все, запускаем фолоч. Гуфу и СК посмотрели записи, пока не выложить, ни хрена не сделать, Кэйва. Ну и теперь ждите веск. А я пока поразвлекаюсь, побегаю немножечко. Что мне тут делать-то еще? Так, ща прогрузимся. Свернусь потом. Поставим правильнейший захват, элегантнейший. Какие, черт побери, дополнения? Я же все говорил уже про дополнения. Так, ну вот, короче, немножечко локейшнс остается. Локации немножечко остается, надо их сейчас бы взять бы все. Знаете, короче, все локации. И останутся только уже там от дополнений, да, локации. И потом будем уже допроходить, короче, игру. Я думаю, сейчас как раз вот за эти до веска время можно будет все разыскать тут, что надо. И так, куда мне идти? Сюда, да? Побежали сразу туда. Предыдущий раз вот сегодня днем играл, платье подарил Веронике. Она была рада. Это тоже квест такой. На спутника фактически здесь есть. Так, а что у нас? Лагерь Boulder Beach. Давайте-то так пойдем, туда пройдем, а потом назад к этому Boulder Beach вернемся. Что тут за локации ждут нас, меня? Брошенная хижина. Она где-то здесь должна. А, вон она, хижина-то брошенная. Я даже уже ее вижу. Что тут какая-то это так, ванпост последователей здесь. Феррокактус.
Так, что у нас? Вагоны просто, да, и все, что ли? Похоже, что да. Значит, у злочуга хибара. Где вход-то? All that wealth is wasted. When people have got nothing left, they can always turn to the followers. Блин, а Спок это крутая тема, кстати. Может, Спок у нее и резануть хоть. Ну-ка, а без Спока можно здесь спать? А чё спать-то нельзя, что-то было? Ну и нафиг, нет, тут нечего тут делать вообще. Есть еще локации так-то, восточный ворот Фрисайда, площадь Норт-Вегаса, да, вот. Ладно, погнали, все, что есть, откроем. Кустанов непонятно, где взять можно и нельзя. Так, обжорка, обжорка. Вот это что ли обжорка? Похоже, что да. Ну да. Костер горит. Так, а это что? Торговля еженедельник, неплохо. Грамены пасутся, главное. Она все поломала, я аж испугался. Че, в обжорке в этой никого нет или ночь? Я сейчас не понимаю. Вообще непонятно. Ну ладно. Пойдемте дальше. Так, пещера каннибала Джонсона. Так, восточная. Так, так и так. Надо пройти, походу. Здоров всем, кто пришел недавно. Короче, сейчас фулыч, потом старик в 11 часов будет, потом спать и с утра опять Старкрафт будет.
И куда это я пришел? Что за бизнес-парк, как туда пройти, хер знает. Ладно, идем дальше. Черный ход какой-то. Что это такое-то вообще? Куда это попал-то? Тут люди-то есть вообще, интересно. Это все, что ты мне хотел сказать? I've heard through the locals that Nephi has passed on. I truly hope his soul finds. I give what aid and comfort I can. I only do. Poor lost souls, most of them. They thought to, but the journey is often long, and the price to enter the city is steep. Those who could, some find honest labor, but more fritter away what little they've saved. I would be happy to, should you require it. Так, сейчас посмотрим. Хрена себе, в отличной форме. Ну-ка, лечи меня. I would be happy to. Короче, херовый доктор ты, походу, братан, да? The Legion being wiped out at Nelson gave us some breathing room. Hopefully. This here's where folks go when their luck runs out. Drifters up from the Republic, locals that can't turn a dime. If you don't have the caps to get onto the strip. Well, I am a little short-staffed. Maybe you could give me a hand. Some people have gone missing from the camp lately. I haven't seen any signs of violence or heard about it. I've also got Keith and his gambling to deal with. I know that skunk's cheating folk out of their savings. Опа, квестики какие-то даже. They never seem to have much in common. That's why I didn't notice it sooner. Young folks, old folks. I remember a family with a little blonde girl. She never talked much, but she always seemed to recall a lot of them did business with those scavengers over on the west side, Dermot and St. James. Keith's a two-bit hustler. He runs a gambling operation out of his shack. Ask me, he wins way too often to. I suspect he's running drugs, too. I just can't prove it. Maybe you can find something. Talk to him, poke around his shack. Some people have gone missing from the. I remember hearing some of the missing folks were doing. Word around the east side is that you took out some major. Captain Parker. Captain Parker! Americanites. Так, Устана взял. А где кит этот, короче, саненький живет? Это что ли украинский кот?
Или что за кит-то? Ну-ка. Торчок. Одни торчки здесь, что ли, я еще не понимаю. Детоксик. Так, а вот этот кит-то, смотрите, в бараке 200 он живет, пес. Встает такой, короче. Походу его надо так как-то это нахлопать этого кита. Дробовик караванщика, ничего себе валяет спросу. Патроны 20-го калибра. Детоксин еще. Тихо, ничего себе они тут в натуре раскидали все, блин. Детоксин еще один. Что, сортир, говорите? Блин, сейчас будем кита на чистую воду выводить. Просто как его вывести на чистую воду-то, интересно. Какая-нибудь полезная здесь. О, опунция. Помеченных карт нашел.
Так, этажей дополнительных здесь нет, я так понимаю, да? Hey there. Name's Keith. You feeling lucky? I got games a chance, game. Так, значит, мне тоже доводилось кидать лохов. Ну ты-то как это делаешь? You know how they say you make your own luck? Well, let's just say I make mine with a little extra ink on the cards. Hey, it's not like I use them all the time. Mostly I keep. Oh, I get you. Looking for us. Okay, I'll tell you what. I happen to keep some jet around for it. And he. Короче, я не азартный, баратюнь. Я пошел. Сейчас тебе придется подсдать мне тебя, короче. Так, пойдем в другой барак сходим. Неужели в такой большой площади не гонит книги с постоянными скиллами, я не знаю. Сегодня словил, а вы кто такие? It's good making your acquaintance. Horowitz is our leader. Excuse me, I'm. Greetings. Pardon my enthusiasm. I'm not accustomed to meeting. I've tried to learn as much as possible about the surface world since our You? Did you redirect the power stream back to our section? We thought nobody would ever manage to get past. We owe you our freedom, Outlander. Please. Of course. Please, take this. We care. Kindly. The leaders of this fine community have accepted us. Some people here seem extremely unhappy. They keep talking. Apparently somebody did them ill. All the way. Yes, I believe that. We're lucky to be here alive and well. Not from around here. Hello again. It fills me with hope to see that people from the. Ну все, поблагодарил и хватит. Торговля еженедельник. Так, дайте на скиллуху-то книгу какую-нибудь. Ё-моё, неужели нет нигде больше? Чё, я все на карте нашел, стопудово уж много где чего осталось еще. А где что осталось? Я хз вообще. Где-то площадь-то тут большая, кстати. Ух, ничего себе тут.
Магнум 357-го. Застрелился, что ли, челик здесь? Чё-то не понял я. Странная тема какая-то. Ни хрена особо нет. А здесь еще у нас? Туда ходил, сюда ходил, сюда не ходил, да? Это херовина, кстати, может что-то лежать. Ну все, вроде больше ничего нет особо. Ну, собираем всякую шляпу, не особо полезную на самом деле. Я тут собираю вот эту всю хрень. Только для продажи, по сути, она пойдет. А как бы, а так-то что тут? А так-то больше это нахрена не надо вообще, как бы. Вроде все обследовал я даже здесь, да? Здесь-то ему что не нравится. Hello again. Бежишь 3-4, это ж бомбисты вот это челы эти. Чё они к бомбистам не захотели погнать, или откуда они там, чё они там? Ну-ка, пойдём. Квестон выполнил. Something I can help you with, strength.
Drugs and crooked gambling? Can't. I'm gonna go take Keith into custody. If you're interested in a little extra pay. Glad to have you. Let's go. Just stick close and follow my lead. Keith's a cowardly son of a... Быстрее ты идти не умеешь, ты, братан. Идем арестовывать нарколыгу и картежника. Блять, какой-то он сам медленный этот. Не покупает ли он там у него ничего? Сам-то. Have you found out what happened to those myths? Что? Keith, in the name of the NCR, I'm placing you under arrest for illicit gambling and the sale of unlicensed chems. Fuck you, man. I ain't going nowhere with you. Come quietly now. I don't want to have to hurt you. Why don't you go cry to your wife there? Oh, that's right. She left your worthless stinking ass. You son of a bitch! Нервный капитан такого. Yep. I always warned him not to push my buttons. Well, ain't nobody gonna miss him. Here you go. I promised you an. Have you found out what happened to those? Дайте-ка я. Он псих, короче, такой. Дайте-ка я загружусь и это... Попробую с ним поговорить. Hey there. Fancy. Keith, in the name of the NCR, I'm placing you under arrest for illicit gambling and the sale of unlicensed chems. Fuck you, man. I ain't going nowhere with you. Come quietly now. I don't want to have to hurt you. Why don't you go cry to your... Have you found out what happened to... I've heard the Legion's planning to unleash their best men against us. Have you found out what happened to those men? И все, он что делать не будет, а что? Что-то я не понял, в чем прикол-то. Hey there. Давай, арестовывай его дальше-то. Прикольно, это баги, походу, какие-то, я не знаю, лечили. Давайте, ладно, сейчас еще раз он его закрошит тогда. Keith, in the name of the NCR, I'm placing you under arrest for illicit gambling and the sale of unlicensed chems. Fuck you, man, I ain't going nowhere with you. Come quietly now, I don't want to have to hurt you. Why don't you go cry to your wife then? Oh, that's right, she left your worthless stinking ass. You son of a bitch! Have you found out what happened to those? Теперь не получилось остановить.
Maybe, maybe not. I always warned him not to... Here you go. You found out what happened to those... А, все спят. Ну, торчки, что тут взять с них? Ладно, давай. Ладно, давай, погнал я. Стреляю в трупак в этот, а я пойду... Так, ребят, секундочку отойду, что-то в туалет захотелось. Так, все, вернулся я, ребят. Погнали, ладно, отсюда нафиг. На квест выполнять, значит, квест новый дали. Ну-ка, 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 ну-ка. Куда-то не туда я иду, извиняюсь. Так, а где вход-то? Я чуть не вкуриваю. Блин, здесь же вход есть, короче, а чё я туплю-то?
Вот же он, вход. Какой микрофон? Блюете про... Короче, этот... так. Мне кажется, тоже здесь квестов достаточно много, не? Может быть. Кооператив какой-то. Что за кооператив? Сент-Джеймс. We gotta go through this again. That's private. I don't go asking about how you like to get. I don't know a thing about no missing refugees from that Aerotech camp. Go cry to somebody else. Yeah, well, I must have heard rumors, and, we gotta go through this again. Короче, приплыл пацан. Не герок-то, приплыл у нас тут. Печь, холодильник. А где тут что надо мне смотреть-то? Ага, насчет плюшевая мишка. Good to see you again. We don't need the NCR. Ну-ка. Looks like the war's ratcheting up. I hear the NCR's bringing in elite troops. Been enjoying your time?
Those boys been living here a while now. They sell salvage and do all right. That St. James is all over Sweetie every time he rustles up the caps to afford her. She says he's... Sure is something. Glad you came back. Anything new happening? Короче, на первом, походу, этаже комната его находится. Так, ну что ты, дерьмот. I said fuck off. You're right about that. St. James! Watch out! Где этот St. James? Упырь, бляха-муха. Чё-то Сэм Джеймс-то не спешит бежать сюда. We gotta go through this again. What are you doing stealing my stuff? That ain't even mine. Hell, don't give it back. I don't care. Just found it when we was working salvage and thought I'd... We gotta go through this again? You got his book? Dermot, this bastard got your... I've got you now. Ну что, пойдем капитану рассказывать, что тут говорить-то. Так, где вход точнее был? А, вот вход. Так, ребят, знаете что, давайте-ка я, пожалуй, просто сейчас переименую стрим, потому что вопросов много, в 23.00 будет веск.
что вопросы люди задают и не знают, что у нас поздно сегодня старик будет. Хрена он отморозок, короче, ты чё? Those sick bastards. Can't say I'll shed any tears for them. Here, you've earned this. Thanks for all your help earlier. Так. Ну все, кажется, здесь все на этой локации, блин. Пришлось побегать здесь еще, блин. Ведь пешком отсюда я, пожалуй, выйду. Так, черт побери, что за насосная станция-то? Так, секундочку, чатик опять листается. Такое помещение такое небольшое, да, получается? Восточная СССР, но зато. Это, походу, насосная станция, да? Да. Еще локация-то не появляется. Что-то все красное наглухо. А что все красное? А, ну я здесь кумир типа, да? Thank you.
Так, радиация там какая-то. Что-то я ничего не нахожу пока что. А это что такое? А, это дверь есть. Ладно, погнали наружу. Что-то я не догоняю. Почему локация-то не появляется? Мне может кто-нибудь объяснить это вообще? Чтобы она открылась, что ли? Чушь какая-то. В пещере погнали сразу. Походу там сбоку надо заходить, короче. Какие-то горы тут уже попёрли. Что, телес-то куда-то делась, кнопка поддержки? Я об этом в конфе вопрос задаю. Вот. Она теперь в чатике снизу маленькая только есть, как бы. Ну, то есть, а куда-то делась вот эта большая. Непонятно вообще, куда она делась. Вот. Так, через 20 минут, кстати, тут StarCraft, какую-то командную лигу можно постримить будет. Ну ладно, тогда бегать надо здесь, соответственно. Где эта пещера-то чертова? Вот она пещера Каннибала Джонсона. Так, спасибо. Сотку кто-то. Ты телес, что ли? Шлёшь. Тоже Валерич. Валерич, чем респект он. Ах ты, гнида.
it's about damn time. What took you? Oh. I've been in the Reaper's shadow for a long time now, and I thought he'd finally showed up to collect. He's just mocking me now. What do you want to know? Ha! I'm not saying. The truth of it is that I did cut out a Raider's but only took a night to mess with his buddies. They had me surrounded, and I went for the first thing that came to mind. Some ran, and the rest were startled just long enough. Sure do. Had a wife for a while. Tribal girl. Really pretty odd. There's a twitch in my trigger finger. I've lost my eagle eyes, and the other day I could have... I'm old, and I'm starting to feel it. It's not pleasant, and we all gotta go sometime. But I was... He was a drill instructor I knew. He was also the meanest bastard I've ever known. Once he caught this private out of uniform, and old Dornan went off on the most ear-blistering rant known to man. Yeah. It was a long time ago. Things were better. Looks like the war's ratcheting up. I hear the NCO is bringing in elite troops. Так, попробуем. Ну, написал же в анонсе телеста, все. Так, что за задание? Что за давние времена-то? Опа, книжка на скиллы, между прочим, у него лежит, братюнь. Блин, а как квест на него взять, интересно? Ах ты гад, не дает мне книгу. Вот эту книгу надо как-то срезать. А как ее срезать? Это ШЗ. What brings you around this to- Так, секундочку надо.
Короче, понятно. Что ни хрена не понятно, Селеста, что-то ж ты на сбер мне припулил сотку. Сейчас я тебя добавлю. Погодите. Надо как-то у этого мужичка книгу увести, потому что на все время к скиллам книга это дает. Вот в чем прикол. А на все время к скиллам это норм книга. Если он спать-то ложится, можно у него во сне-то срезать ее, например. Или он вообще не спит. Опа, не заметил, смотрите-ка. Ну ладно, валим отсюда, что тогда. Просто мне интересно стало, какой-то квест навалил, провалился на него. А какой, непонятно. Холодное оружие, плюс 4. Ну что, мне все ничего осталось бежать в плане локаций. Здесь вот две локации. Так, здесь каких-то две. Дайте-ка красный караван. Схожу я. Блин, а черт охренел в натуре, черт прям сюда пришел, что ли? Все, больше нету. Вот занесло-то действительно. Черт действительно какой-то. Я ж тебе платье-то уже дал. What's up? Там еще на девчонку квест какой-то, кстати, есть. В братстве стали там. Hey there. Ну-ка, покажешь, что у тебя есть тут. Карты, все. Эти автоматические гранатомет. У меня там есть что вычинить. Так, пистолет, пулемет, ему надо впарить, да? Нафиг динамитка, чего мне идти туда его складывать?
Милицейская фуражка. Так, там коктейль Бахова, Твин, готовый обед, 3, нафиг уходит, жаль, на Богомол, норм. Кексы, все это левая тема. Плод ферокактуса минус выносливость дает. Так, а водички-то у него нет. Бывай. Welcome back. Так, хижина фальшивая крышечка. Я думал, что просто этот. Эта хижина как бы... Блин, а вот скучно. Легионеры не нападают, ни хрена. Так, один минус. Второй минус. Минус. Чёртовы озерники бесящие. Больше не видно никого, кстати. У-у-у, косадорчики. Так, а я сейчас левел получу, кстати, у меня... Чё там, 96? А, у меня 250 до левела. Сейчас этих перебью. Мухосранов. Так, они стоят, конечно, или нет? Не знаю, стоят ли когда-нибудь, но я их и так защелкаю всех.
Спутник-то поливает, как с пулемета, блин. Ну где он там? Блядь, тут походу много. А вот и левел подъехал. 36-й, кстати. Между прочим. Так, красноречие. Плюс 4. Здесь плюс 9. 3 осталось, да? Взрывчатку теперь будем качать. Потом... А, ну холодное оружие мне нафиг. Так, почему нельзя мне это использовать? А, холодного оружия у меня нет. Так, здесь какие-то все печаль какая-то английская. Это, кстати, крутая тема, но это на 50-м левеле только. Хрень какая-то. Можно спать, как на кровать. Стальная нервка быстрее. Ловкость 7, уровень 26. Так. Вот стальная нерва мне надо, походу. Thank you.
Распад, кстати, прикольная какая-то. Уровень 16 надо. Ореол, вледонос, нырка. Так, еще умелые ручки. Фонтан жизни. Тут можно, кстати, ладно, ловкости качнем. Хочу я тот скилл потом закачать просто, который я смотрел. Где шанс, крит шанс там будет больше, пока есть время. Это у меня 36-й левел, сколько у меня 38-й, 40-й, это еще плюс 2. Короче, 7 мне всего навыков можно будет до 50-го качнуть. И то, пока я там 50 прокачаю, это же время пройдет много на самом деле. Да, конечно. Блин, попал я там куда, да? Ты кто это его закрашанил? Ты ведь робот его закрашил. Так, тут всех закрошили тоже. Куда я иду вообще? Хибара фальшивую крышечнику я иду, да? А где вход-то у него? Не, ну фальшивый крышечник, это уж точно должен какой-нибудь ништячок лежать, это же фальшивый крышечник. И мишка вот у него точно есть, да? Ага, у него еще и погребец тут есть, агаскада. Так, 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 очень интересно. Книжки-то на скиллы бывают здесь какие-нибудь, не? Thank you.
Опа, торговец какие-то рассказывает, да, там? Я ж говорю, у такого чела должен быть ништяк. Неспроста, что он фальшиво крышечник-то. Уколь с глушителем еще. Да, блин, отгрузил почти полностью. Бартер за 90 у меня уже стал. Отлично. Ну и все, пора валить, шершня мочить этого. И двигаться далее, что ли, да? И просто что-то я забегался сейчас. Так. В общем, ребят, сохраняюсь прямо здесь, я же забыл, меня там матч позвали стримить, StarCraft-то так-то. Так что продолжение будет потом. Что-то как-то все не получается много прям отыграть. Так, короче. Заходим в StarCraft. Так, погодите. Ну все, StarCraft, ребят, погнали. Сейчас я, короче, зайду. Там есть стримец. Сейчас я все переименую для начала. Ну, далее, как бы, StarCraft нас ждет. И даже могу я, как бы... Стоп, стартос не делать, короче. А, чё, почему у меня? Блин, написал же. Так, Димага против Лайтвайта тут бьется, смотрю.
Короче, Т3-клан, 3D-клан против каскада у нас будет. Так, ну что, ребят. Здесь у нас Димага подгрызает, что Лайтвайта, у Лайтвайта две базы, он третью занять не может. Вот. Сейчас я, короче, попрошу, чтобы меня заинвайтили в следующую игру. Кстати, надо стоп-старт делать, погодите.